а стильва китайская помело вырастает до 40 сантиметров, 30 из которых занимают пышные соцветия, состоящие из сиреневато-розовых цветочков. Ароматное растение используется для оформления садовых объектов, составления смешанных посадок и для получения качественного материала для составления нежных букетов. Китайская астильба одинаково хорошо себя чувствует на солнечных и тенистых участках. Этот сорт предпочитает рыхлую почву с большим содержанием полезных веществ, обработанную на глубину не менее 30 сантиметров. Увядшие соцветия необходимо удалять, чтобы сохранить декоративность кустарника. Астильба китайская помила – это многолетнее растение высотой 25-30 сантиметров. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Астильба прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола астильба китайская помила можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. Расцветает астильба китайская помила в месяц июль-август. Цветок окрашен в светло-сиреневый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме перисторассеченный. Весенняя окраска листочков светло-зеленая, летом листва насыщенно-зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.